Магазин «Девятый квартал». Первым делом народные контролеры устремились к прилавкам с молочными продуктами. Искали товары с просроченным сроком годности. Проверяли молочку, проверяли замороженные продукты. Они были соответственны срокам годности. Особых нареканий к этому магазину у общественников не возникло, и группа проверяющих направилась в магазин «Магнат». Эту торговую точку народные контролеры уже посещали, поэтому первым делом проверили, устранили ли сотрудники магазина замечания, которые были сделаны в прошлый раз. Приняли наши все замечания и указали дату, до какого оно должно быть реализовано. По итогам рейда в корзине у контролеров оказалось просроченное сгущенное молоко. Далее общественники проверили полку с консервной продукцией. Здесь с истекшим сроком годности выявили просроченные консервы, коктейль из морепродуктов. По словам работника магазина, проверка проходит каждый день. Но из-за большого ассортимента времени на просмотр каждого товара иногда не хватает. Просто не получается, каждый день она приходит и смотрит одни соки. Нет, сегодня смотрят соки, завтра консервы. Где упустили? Исправимся. В партийном проекте «Народный контроль» уже не в первый раз принимают участие ученики 4-й школы в рамках курса повышения грамотности потребителей. Когда лично проходят дети, они проверяют срок годности продуктов, то есть убеждаются в этом лично. И мне кажется, что такое нужно продолжать. Все найденные общественниками просроченные продукты были сняты с продажи. Участники проекта в очередной раз напоминают всем потребителям обращать внимание на сроки годности товара, а в случае обнаружения некачественной продукции в магазинах сообщать письменно в Роспотребнадзор. Елена Канина, Денис Гонцов, новости Губкинского.